Итак, ребят, всем привет. Сегодня видео у меня будет необычное, нестандартное. Тем, что он у нас будет нести именно информационный, оповещательный характер. Как вы знаете, на канале Серый Копатель идет конкурс. Конкурс на лучший начинающий канал в поисках клада. И условия, я считаю, что даже немножко нечестные, несправедливые. Конкурс проводится среди начинающих, но, как вы, наверное, видели или увидите, что большое количество участников имеют число подписчиков просто громадное, превышающее даже 10 тысяч подписчиков. Это уже совсем не начинающий канал, это мое мнение. И среди участников пробилась наша девочка, которая находится в нашем сообществе кладоискателей поиска 63. Это монеточка 62 со своим мизерным количеством подписчиков 700 человек. Да-да, ребята, 700. И конкурировать ей с более такими продвинутыми каналами, где больше 10 тысяч подписчиков, очень-очень тяжело. И я решил запилить именно этот видеосюжет и рассказать, попросить вас помочь, чтобы вы отдали свой голос именно за нее. Почему? Потому что эта девочка действительно называется кладоискательницей. И причем за большую букву. Почему, вы спросите? А вот почему. В этом году, в 2019, у нее произошло нестандартная, даже плачевная, даже страшная ситуация, когда ее начали обвинять по статье 7.15. Да-да, ребята, 7.15 – это статья, которая может попасть любой кладоискатель. Ее вызвали сотрудники ФСБ и начали немножко прессовать. Ей выписали штраф. Она, конечно же, ничего такого плохого не сделала, ничего не доказали, но бороться со сотрудниками ФСБ, тем более большими дядьками, хрупенькой девочке просто нет вариантов. Она оплатила штраф, ребят, но она не испугалась, она продолжает также копать и для вас снимать. Вот из-за этого я считаю, что это настоящая кладоискательница с большой буквы, и мое ей уважение и почтение. Этот конкурс проводится на канале Серый Копатель. Канал довольно-таки хороший, шикарный. Это один из лучших каналов, связанных с кладоискательством. Автор, хозяин этого канала – Марат. И хочу сказать, передать Марату то, что немножко он неправильно сделал, немножко ошибся, немного сделал такие неверные просчеты в том, что начинающий канал – это канал, у которого меньше 1000 подписчиков. Тут же у нас каналы по 10 тысяч. Естественно, каналам, которые меньше 1000 подписчиков, конкурировать в этом конкурсе совсем шансов нет. Должны сами понимать, что голоса отдают именно подписчики. Вот. А у кого подписчиков и нет, шансы там вообще мизерные. Вообще никаких, я считаю. И уже можно видеть, у кого большое количество подписчиков, тот и будет победитель. Естественно. И вторая ошибка Марата в том, что приз за первое место у него вот какой. Он будет продвигать этот канал, будет осуществлять рекламу на своем канале. Вопрос, Марат, к тебе. Зачем продвинутому каналу в 10, в 11, 12 тысяч подписчиков твоя реклама? Они уже продвинуты. Эта реклама была бы хороша именно тем людям, которые займет последнее место в продвижении своего канала. Надеюсь, вы меня понимаете, о чем я говорю. И вот, ребят, я решил безвозмездно, без каких-то мне напоминаний или просьб, решил немножко помочь нашей девочке, монеточке 62, немножко хоть какую-то создать конкуренцию. В этот конкурс монеточка пробилась буквально, я не знаю, на последнем месте, но она все-таки пробилась. До начала конкурса у нее было всего-навсего 700 подписчиков. И это, ребят, действительно начинающий канал. 700 подписчиков – это ничто по сравнению с 10, 11 или 12 тысяч.
И я, ребята, решил помочь нашей боевой подруге хоть как-то сделать конкуренцию более элитным каналам, которые уже завоевали любовь и уважение среди подписчиков. И наша монеточка 62, Екатерина, так ее зовут, не испугалась всех натисков сотрудников ФСБ, различных штрафов. Она продолжает, ребят, продолжает свое любимое хобби. Занимается копом. Причем занимается не просто так, а еще снимает на видео пленку. Помимо всего, то, что она хрупкая, красивая, нежная, обаятельная девушка, она еще воспитывает свою красавицу-дочку. И я считаю, что данный блогер действительно является одним из начинающих, настоящих кладоискательниц. Не испугалась натисков сверху и продолжает заниматься любимым хобби. Я проголосовал за нее, отдал свой голос. На что хочу и вас попросить посмотреть, зайти на этот канал, посмотреть видеосюжеты и сделать выводы. Но все равно хотелось бы вас также отдельно попросить, чтобы вы проголосовали именно за нее. Монеточка 62. Тебе это не сложно, а девушке будет очень и очень приятно. Призываю всех своих друзей, всех своих подписчиков проголосовать именно за монеточку 62 и поставить галочку напротив нее. И это вы должны сделать буквально сегодня. Да-да, ребята, конкурс в понедельник уже закончится. И сегодня последний шанс как-то помочь нашей юной красавице. Все, что нужно от вас, это зайти по ссылочке, которая имеется под этим видео, зайти и проголосовать. А также можете, конечно же, и подписаться. Вся информация под этим видео в описании. Так что, ребят, поддержите меня за мои труды и старания, что пытаемся хоть как-то продвинуть юную кладоискательницу. Причем безвозмездно, ребята, без какого мне намека и всего прочего. Просто от чистого сердца. Так что, ребята, если вы это сделаете, низкий вам поклон и уважение. Спасибо. С вами был Александр, Поиск 63. Пока.